Ребята старались, настраиваемся на хорошие тяжелые игры. Единственное, что чуть-чуть, видать, может, перегорели. Первый период пропустили быстрый гол, хотя быстро отквитались. Ну, ряд ошибок, допущенных нашими игроками, как бы в первом периоде позволить сопернику выйти вперед и более увереннее закончить игру. Так, второй период, как бы, ребята уже собрались, были моменты, которые не реализовали. Ну и в третьем периоде Павлодар использовал большинство, забил гол. В принципе, так-то игрок доволен, кроме первого периода. Но ребята готовы к реваншу, настраиваться, готовиться. Поэтому будем биться до последнего. Плей-офф еще длинный, поэтому будем стараться. А вообще о команде Павлодар, с ними уже не раз играли. Вот что можете сказать? Хорошая, обученная, мобильная команда. Играет в быстрый хоккей. Очень такая агрессивная. Поэтому... очень хорошая команда, претендент на золотые медали. К этому потихоньку они идут. Мы тоже будем стараться. Вот как тренер, чего не хватает? Все-таки вчера, как вы обсуждали игру, чего не хватает Арастану, чтобы вот сегодня взять реванш? Многие игроки не понимают, что такое плей-офф. Многие где-то первый раз играют, что здесь игра идет до одной какой-то ошибки. Поэтому где-то... недонастрой, недопонимание. Еще раз говорю, 1-2 игрока выпадает из состава, уже не получается полной полноценной пятерки. Поэтому где-то в этих качествах будем работать. Ну, сейчас уже работать плей-офф, сейчас уже надо играть, играть и играть. Вчера, конечно, первые шайбы немножко, наверное, подломили сразу же, которые первая шайба. Но потом ничего, выправили, более-менее второй период отыграли. Ну, не получилось забить, моментов было много. Я считаю, что игра была вчера хорошая. Второй период вообще провели хорошо, забили бы одну шайбу. Там уже как пошло бы, думаю, мы сравняли. Но сегодня первый период, пока играем нормально, удаляемся только много. А так, по игре очень хорошо. Вы знаете, когда только зашел сюда, когда только игра началась, когда наши кричали болельщики, и когда кричала фан-зона хоккейного клуба «Иртыша», конечно, слышалось только слово «Арыстан», чемпион, поэтому я думаю, что болельщики наши болеют очень даже, очень, ну, я просто, у меня слов нет, спасибо им большое за такое отношение, за такое, ну, за такое боление, можно сказать так. Молодцы, ребят. Как президент клуба, вот как вы считаете, вот «Иртыш», «Павлодар», все-таки серьезная команда, вот боремся, но пройдем команду или нет? Вот ваши лично. Знаете, мое, я не буду загадывать, ничего говорить, это, ну, не такое это дело, поэтому я думаю, что мы поборемся. И по игре чувствуется, мы поборемся, и по настрою команды они готовы бороться, то есть какой бы соперник сильный не был, «Иртыш» там или другой клуб, поэтому будем бороться в любом